доску, рисуешь, значит, будущую игрушку, подпиливаешь, чтоб лишнее убираешь топором. Правда, кроме меня этим лет 20 никто не занимается. Вот. Эти игрушки очень редкие, хранятся оригиналы в фондах разных музеев, редко выставляются. Вот. Народ знает больше игрушки городские. Городские их красили в свое время, вот, тиражировали. Но они отражали городскую культуру. Городскую. Их, значит, продавали на ярмарках. Вот. Их делали в рамках различного рода промыслов. А на севере промысла как такового деревянной игрушки не было. Вот. Глиняные продавались. Вот. А вот деревянные крестьяне делали сами, потому что все владели плотницким ремеслом, плотницким делом. Вот я сейчас делаю. Топором, в принципе, можно было большинство игрушек сделать, но общую, грубую форму. Потом мог использоваться ножичек и выжигатель в виде гвоздя. Вот. На охоте, на рыбалке могли крестьяне использовать веточки, корни деревьев. Вот лошадка будущая. Птица.